Нет, пока все у меня до сюда. Пушки много. Что они делают? Я очень обижусь, если ты не будешь кушать, то что я сейчас готовлю. А ты не будешь кушать, потому что наелся. Я тебя знаю. Очень хорошо. Козу, где мои пушки? Мои. Я не ловлю, прям сейчас. Прям сейчас. Периодически на них нападают дики. Покладывайся на вчера Тим кого-то съел. Ну как кого-то? Ну вообще у нас незамеченные руки. Ну а что съел? Ну что-то двигалось. Ну так хорошо съел, что ж кости. Я вчера, ну часа в три, наверное, я ложилась, лежу, там же фонарик еще светит. Ну я в телефоне пока в эту игру доиграю, да, там в жизни же каждые 5 часов восстанавливаются. А ты что, единственный, кто играешь? Это, ты слышишь меня? Да. Интересно? Да. Он сидел у кресла. Вот как прям, да, вот я лежу и кресло так сбоку, да, где подлокотник есть. Он прям туда подбежал. И он там что-то вот прям, ну, знаешь, следит. Ну, я думаю, наверное, сейчас провода. Мы же его гладим, он в это время находит провод и грызет. Я же его. А это там, смотрю, ничего нет. Потом так. И я понимаю, что он съел. Я не знаю, у нас нет жирков. У нас нет жирков. Пауки не заползают. Нет, пауки так не хрустят. Никто не заползает, я никогда паука не видела. Это... Мама! Я не знаю, может, это муха зашел? Ну, может, муху, ну как пустить. Она может засохнуть. Она двигалась. Что, это зомби? Мне так смешно было. Как, вот знаешь, как панцирь прокусил? Ну, таракашка или еще. Ну, да. Панцирь точно покусил, так вот. Жук, да. А может маленькие вот эти жучки, но у нас их давно нету. Может божья коровка, у нас есть божья коровка. О, может они быть. Маленькие. Ну у него... Закрой окно, там будет. Нет сейчас божьей коровки. Нет. Так, у меня комнату не хочешь? Валяются. У меня там окно открыто. Все валяются и пушки давай потом. Вот это дерево, денежное дерево. Не засохло еще. Хватает целого. Нет. Это символ того, что у семьи деньги. Не засохло, потому что я его поливаю. Вот эта мартышка бегает тоже тут дышит на дерево. Так, надо его кстати спать. Сейчас жуки плывут. Загрязнение на них действует, они злятся. Это им не хватает, потому что нет, хватает. Листья вниз торчат, видишь, верхние вверх, а эти вниз. Как тебе если света хватало, ага. Все вверх. Пап, что? Ты
Офигеть. Ты брал у меня, пушки, да, оборонные? Сахар? Нет, не брал. Не брал? Не дошла я до него. Я кусочка не хватала. Не брал. Ну вот это у меня так, на всякий черный день. О, да. Сегодня. Нет, вчера был черный день. Папа не было денег, и у него закончился сахар. Ага. Еще я на алкоголика нарвался. А, ну это же будет твои. Зарплаты, пойдем, как наживемся. Картошки хрен. Да, наггетсы, картошки хрен. Причем дождь сегодня. Ой, что? Нападают. Видишь, постоянно нападают. Гады. А эти все плющиеся, самые опасные. Кислотой плющится. Спитера. Они не нападают, они просто плющатся. Что? Это? Это нет. А, это шарик наш, любимый. Была вода, шарик. Что это? Ой, это такое. Не, ну еще на гетсон надо взять, там мало. Борис, это закончится. Осталось 17 пушек вот здесь. 16 пушек. Это оборудование. Пушки вот здесь, да? Вот они когда закончатся, основной экран будет закончиться. Майнер вот я сделаю. Столбики. Что? А я в детстве любил план, я у бабушки порвал. Мои запасы. Чистые, да? Ну да, нормальные. А красная чем не понравилась тебе? Знаешь чем, задрипана. О, а покажи еще штуку. Может мне к гнезду их не может бегать? Рыбку сейчас возьму, сделаю гнезду. А, стену. Стена есть? Сейчас я возьму стены, построим забор, чтобы они оббегали вот от забора. Это будет смешно наблюдать. Они тупые такие. А, они не понимают, что забор можно вокруг обойти. И они пытаются... Это искусственный интеллект. Да, поэтому... это искусственный интеллект. Он его специально делают глупым, чтобы компьютер не зависал. Потому что если, сложное, если задать сложное поведение компьютеру... Ой, Тимофей, просто сложно, и все. Да. Какая разница, какой у тебя компьютер? Производитель вообще пользуется. Что ты делаешь? Что я ему телефон только дал. Зачем? Убивать. Диму смущает мой телефон. А стена по рукам. Ну, вообще-то играет в него иногда. Так, завтра разрешаю компьютер, но не 4 часа подряд. Да, там стена. Но мы играем не так долго. Сегодня играл ты так долго. Да? Ну да, просто ты спала. Да, а завтра я ухожу. На целый день. Гречку с наггетсами оставлю тебе? Да. Стены, стены, стены. Где у меня стены? А вот в самом конце. Ой. Бежать денег. На почву доехать. Ой, я сейчас бежу. Бежать. По конвейеру. Не стану получать. Я тут я сделаю. Какой-нибудь новенький конструктор. А у Ларисы? А у Ларисы можно какую-нибудь игрушку крутую купить. Вещи посмотреть тебе.
ты куда бы хотела? Ну, конечно, я бы хотела в Ашан, потому что там котику еды много надо купить. Молоко, Алисе. И Ларисе тоже хочу. Так, у меня ничего. Давай так, мы на первую зарплату поедем в Ашан, а на вторую в Парисе. Ну, я Сережу получаю. Отлично. Мне нравится. Или в один все. В один день. Не, в один день не успеем. Значит, на вторую зарплату пойдем. Программа получится. Значит, после 5-го мы в Ашан с тобой съездим, а после 20-го в Ларисе. Наш планшет туда уже готов будет. Чего? Игрушку крутую купим, да, мама? Игрушку купим, да. Будем гулять там, да? Игрушку выберем. У меня есть хочу. Вермишель можно смело убирать, да? Все, строю стены. Так, ну спасибо, что мне дали поспать. Для меня это очень важно. Откуда они берут? Оттуда вот. Оттуда. Да им далеко бежать. Опасно. А зачем ты к ним бежишь-то? Стену будем ставить. Чтобы они лапки не бежали. Я их буду кушать сейчас. О! Бежит один. Какой? Оп, а я его брохал. А что это там такое? Жук это был. А это что? Это уран. Это уран. А вот там чужаки. Что, они переехали, что ли? Не было же. Они собрались кучу, чтобы напасть. Понял? Они здесь собираются, то нападают на меня. На базу на них. Вот, сейчас я буду строить стены. Стену бьют. А я радар снял. Радар поставлю. Так, эти кушки я буду ремонтировать сейчас. Скажешь, когда еда будет готова? Ну, не надо готовить, ты же не
Да, аппетит у него. Нормально у него аппетит. Как у слоника. А? Как у слона. Как что? У слоника. У слоника как, это как у тебя. Слоника аппетит. У меня это, отзывает. Но слон много ест, как я. Слон немного ест. Слон просто большой. Я даже не хочу дебильные поддерживать разговоры. Как у слоника. Радуйся, что ребенка нормальный аппетит. Ты все равно не понял. Зачем ты это сделал? Ремонтировать буду. Дома у меня. Так, у нас тут появилась местная книга. Я вчера наболяла ему полную тарелку еды. Ну, не съела, конечно. Нет, и уронила ее на пол. Мама. Ну и пол можно подобрать, это животное, мол, не съесть. А я не подбирала, так ты сожрал. Я смотрю, подбирала грядку. Ешь, думаю, все съел. О, все, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну, сломали стену мне. Ну, я и для этого ставил. Вот, красный треугольничек, вот. Вот, видишь? Нормально. Я подбежал. Ага, да. А у меня радар с собой есть? Я радар с собой не взял. Сделать что ли? Он в самом конце у тебя. Да я его не буду делать. Буду без радара. Уже. Посмотрим, сколько сломали стену. Вот. Ломают все радары. Причем быстро. Ага, в кислоту влез. Кислота мне разлез. Смотри. Где кислота? Ну, стена задерживает жуков. А чини стену-то. А эти уже не чинятся, это сломанное. Так, это манер лишний. Пустой. Когда все у меня много майнеров, добывает уголь. У меня запас есть, сундука. А когда все остается, где будешь добывать? Вот поезд поставлен для угля. Ну у тебя весь уголь попадет, все знают, что попадет. А я вот буду расширять территорию, захватывать новую территорию, и там будет уголь. Вот здесь вот. Видишь, вот здесь уголь. Я вот потихонечку расширяюсь, вот, вот здесь исследую. Нашел. Там еще камень. И камень есть, да. А смотри, что там есть. Да. Та-дам! Две, вот, две вместе. Это медный депозит. 9 миллионов много очень. А это железные депозит. Ну сколько их? 9 миллионов уже в меди. А там сколько? И тут 1 миллион. А там? И тут 3 миллиона. А в жуках сколько? А в жуках? Ну, вот гнезда, большие квадратики, это гнезда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять гнезд. Я не пойду вливать, слишком сильно. Так, тут у меня уже есть. Бежишь, а убери укомки бежать. Тебе нельзя нажимать кнопки. Ага, ты едешь. На конвейере еду, да, так быстрее бежать к конвейеру. Так, я беру, бегу сейчас, я бегу ставить майнер. Куплю. Нет, не куплю, не потом. Майнер надо ставить. Да. Мне телефон дай. Слишком у мамы.
это мой телефон, почему мой телефон? У мамы. Это мама, главное. Мама попросила ей дать. Не пройти, ладно, не бывает такого. Нехорошо обманывать папу. А еще я у меня выпустил, чтобы она у тебя... Так, манера отставить. А почему тут такая музыка? Музыка. В игре такая музыка, чтобы играть было приятно. Классно. Ну, соответствует жанру игры. Музыки же страшные. Да, надо быть осторожным. Да не знаю, направляю. Хорошо. Хорошо. Это радует. А, в Ашане еще тарелок купить надо, Дим. Тарелок тут достаточно. Да что ты. Ни одной тарелки уже нет. Тут кот разбил.
Ты знаешь, зачем суд вызывает нас? Да, да. Зачем? Женя здесь прав. Там написано? Да. Покажи. В повестке. Покажи. Вот и не озвучила вот в лишении. У тебя другая, это не та повестка. Это справка твоя. Вот, больше не да? Что там из-за? Отвечу. Нет. Ты, естественно, больше и не. Что там из-за? Я не знаю, после слова. Знаю, что я не знаю. Ответчик. В качестве ответчика. Ну, непонятно, я пишу бессовестно. Не разборчиво. То есть ты придумал? Я отдавала в суд бумажки в мае месяце, потому что они неправильно написали адрес. Почему они опять судебное дело начали, я не знаю. Нам надо будет подтвердить наш адрес, я понимаю так. Потому что я отдавала даже не в суд. Я ходила в это. Ну, я просто написала заявление, что извините, прошу исправить ошибку. Все. Ну, это единственное, что я это поняла. Там написали твой старый адрес Кирерва. А мой Волгоградка написали. А что смешного? Ну это смешно, а что? Разве не что? Смешно. Ёлки набирают нормально. Поэтому я решила, что вы искали, потому что это было правильно, правильно? А они не видели. Ну я так понимаю, потому что я не знаю. Я думаю, что не работаешь вообще. Ну, наверное, не знаю. Суд обожгу. Вы на работу пойдете? Конечно. Ты в суд не пойдешь? Нет. Ты серьезно говоришь? Да. Ты не пойдешь? Просто это не преступление, просто суд будет рассматривать. Без меня. Я как бы... То есть ты не пойдешь? Не появляюсь, это значит, что я не оскорбляю суд, а доверяю суду и решать суду. Это значит, ты это не пойдешь. Нет, не собираюсь. А у тебя рабочий день будет? Не знаю еще. То есть даже если будет выходной, ты все равно не пойдешь? Ну да. Позвонят, да, скажу, долго ждать, потом там повестка в суд непонятно. Ну, ждать долго, я боюсь, что да, целый день, как в прошлый раз, на 4.30, на 3 или пол 8. А ты возьмешь трубку, если они тебе позвонят, узнают, почему не пришел? Да. Или пойдешь? Ну это дорого ходить туда, время тратишь. Ну,
не боишься последствий? Ну, я говорю, это не преступление. Я доверяю суду решать вопрос без меня. Вот и все. Если я обязательно должен быть на суде, меня привезут на наручниках. Нет, ну это не... Ну, это не уголовное, да? Нет. Да и те дела были тоже не уголовные. Значит, и появляться не обязательно. Просто суд имеет возможность принять решение, либо за неимением достаточных данных отказаться от рассмотрения. А если данных достаточно собрано? А данные все у них есть. В отсутствие людей все решит. Нет, я-то пойду, меня ну, я... То, что я... увидела, что это, ну я в интернете поковырялась, это дело поступило в тот день, когда я пришла и написала, что прошу исправить адрес. В тот день. Ну потому что я стала ковыряться, откуда я, типа, я боюсь, что за квартиру, чтобы этот ЖКХ не начал. Если ЖКХ квартира, то поездка будет мне одному. Потому что я собственник. Поездка будет мне одному. Он мне миллион раз говорил. Мне нужны только собственники, не хочу специалисты сейчас. Председатель всегда говорит. Правильно. Потому что ты собственник, я разговор с ним никого. Ну понятно. Я уверена, что я не пойму, почему судебное дело. Не беседа, да, как они там изначально. А вот и беседа. А? Написано судебное заседание на сайте. Это уже заседание. Я на сайте снялся. Кого будет? Ну, 23-й. Она же. Она не в отпуске, она будет. Она не в отпуске, она будет. Нет, я откуда знаю в отпуске? А я знаю, я посмотрел на сайте. Нет, а я что, спрашиваю, на отпуске? Нет. Я говорю, она же. Она... В ее кабинет. В ее участок, но она может и не быть. Нет, она может быть в отпуске. Ладно. Ну, я тогда там, если ну, меня спросят, я просто скажу, что да, ты отказался, оставил все на усмотрение суда, а тебе можно позвонить. Я не знаю, звонят они или нет. Звонят. Прям сюда? Да. Помощник звонит. Ты телефон тогда не отключай. Хотя ты, если будешь на работе, и дело будет в 7 вечера, ты же не готов? Ты напишешь это, дашь мне паспорт в этот день, ну на всякий случай, у тебя же штамп о браке. И мне нужно, не знаю, нужно или нет, но ты просто напиши на листике, что ты такой-то даешь мне паспорт на этот день, чтобы я пришла в суд с паспортом. Ну, чтобы они не спросили, что с чужим паспортом, да, пожалуйста. Законно я не имею права никому давать паспорт. Ну, а если расписка? Никогда. Никому. Никогда расписка. Законно. Покажи. Сейчас я буду везде пенолопатить. Я так читал где-то. У нас никто не соблюдает закон. Об этом тоже есть изюминка. И конституцию никто не знает. Ну, читал, по крайней мере. Покупал брошюру. Даже давал читать другим.
в прошлом году ты вышел, да, и мне сразу все сказала. Ну, хорошо. Просто дата написана именно тот день, когда я принесла, ну, бумажку назад. Ага. Так что я думаю, ну, не знаю. Так, сколько я буду видеться, а тут что? Мазука появляется и ракета. Броня. Полезная вещь. Роботы. Нужны. Роботы нужны. Броня нужна. Полезнее, чем пушка. Ну как, запахло хорошо. Это не раз. Это сон, ущипните меня. А? Это сон, ущипните меня. В твоем состоянии тебе лучше спать. Ты прям изначально не, ну, был уверен, что ты пойдешь?
я могу тебе отдать, если ты мешаешь. А, спасибо. Если хочешь. Хочу, съем кусочек. Потому что долго он будет. Кусочек съел. Мучаешь кота, ты сейчас получишь.
Thank you.
Thank you.
Камень, уголь. Thank you.
сохраняюсь, отдохну.